Ребятки, иду в Феркан. На улице у нас такая жара. Знаете, около 40 градусов, если не больше. Ух, жарище какая, жарище. Ой, в Феркане это хорошо. Прохладно так. Красота. Так, хочу, знаете, купить мороженое. Мороженое, и муж попросил Минводу. Но этим, конечно, не ограничится. Если уж женщины пошли на базар, то, знаете, пойдут за одним, допустим, за хлебом, а возьмут целую корзину пакета. Ну что сделаешь? Женщины есть женщины. У нас глаза разбегаются. Так вот, Минвода. Наверное, возьму маленькую. Потому что будет... А, в принципе, она вон полуторалитровая. Вот этот возьму. Так. У меня сегодня такой закуп. Сейчас покажу. А? Нет, она не пропала, Валера. Купила шпикачки. Сарогач, муж уже вон выхватывает. Так, шпикачки. Вот такие шпикачки, целый килограмм взяла. По 1500. Потом взяла мороженое. Вот такое бахрома. Кунжутная халва с миндалем. Попробуем. Никогда не пробовала такую. Так, интересно, сколько она стоит. А где-то у меня чек здесь, в сумке. Мороженое, вот смотрите, стоит... Так, 2125. Ты что, совсем что ли? Там было написано 400, ну ладно, 2125. Ладно, пусть будет. Я получила проценты. Депозит. Так что ничего страшного. И сколько получила? Так, вот сыр такой взяла по 3,945. Вот такой кусочек взяла. Ну и кашку. Кашку овсянку взяла. Вот смотрите. С персиком. 5 злаков. Вот такой небольшой закуп у меня. Ой, пойду сейчас купаться, жарко. Потом буду ужинать. Вот такое мороженое, смотрите, бахрома, кунжутная халва с миндалем. Тут написано «Все грани восточных наслаждений». Смотрите, как это выглядит. Сейчас попробую. Ух! Посмотрите. Посмотрите оно какое. Какое мороженое. Сейчас попробую. Ребята, какая это вкуснятина. Знаете, как будто бисквит. А на самом деле это... это вот такое мороженое. Очень вкусно. Очень вкусно. Так что, если встретите, берите вот такое мороженое. Бахрома. Не пожалеете. Вкуснючее такое. Вкусно. Между прочим, я мороженое ем первый раз в этом году. А, не, вру. Ела один раз. Какое вкусное мороженое. Обалдеть. Сверху миндаль. Такая прослойка такая. Кремовая. Вообще вкуснятина. Всем доброе утро, дорогие друзья. Как у вас дела? У нас дела вроде бы ничего.
А я вот сегодня одна спала. Муж ночью уехал на рыбалку с другом. А я готовлю завтрак. Смотрите, вот такие сосисочки у меня. Сарделечки. Видите, я их как варю? Я их бросаю в холодную воду. Предварительно снимаю шкурку. И вот так вот отвариваю их. Чтобы вот эта вот краска вся ушла. Вот видите, они у меня какие. И водичка стала розовая-розовая. Вот это вот краска пищевая, которую они ложат. Ну, конечно, вредно сардельки кушать. Но иногда, что сделать? Иногда едим. Хочется иногда такой вот вредную продукцию. Заварю себе кофеек, как всегда. Кофеек с молочком. И вот такой завтрак. Так, завариваю кофеек с молочком. Сейчас добавлю. Бездрожжевой хлеб с сыром вот таким. Сыр типа сулугуни. Здесь сарделька, она все равно, смотрите, какая-то розовая. Помидорка. На перекус у меня йогурт такой творожный. Даниссимо. Сейчас буду завтракать. Всем приятного аппетита, кто завтракает, и мне тоже. Ребята, ну все, я отработала, еду домой. У нас очень жарко. Обещает вообще до 45 градусов. Сейчас градусов 40 точно есть. Хорошо, что сегодня погода не такая солнечная, немножко пасмурно. Вообще жарень, жарень. Сходила в поликлинику, там, блин, сидят несоображалки. Не соображает вообще. Вообще сидят. Просто штаны просиживает. Извините за выражение. Вот. Лучше ходить платные, я думаю. Муж у меня на рыбалке. Наверное, уже приехал. Ну, сейчас поеду, посмотрим, что он там наловил, сколько рыбы там. Чё, рыболов приехал? Рыболов вроде бы приехал. А что-то тишина. Тишина. А рыбки не видать. А рыболов спит. Рыболов. А рыбки не видно. Наверное, нету рыбки. А рыбки что-то не видать. Ни одной. И что он за рыбку там ловил? Непонятно. Непонятно. А вот она, рыбка. В ванной, оказывается. Вот он наловил. Она еще живая. Дышит. Дышит, дышит. Карасики. Карасика. Будем жарить и кушать. Молодец, муж. Буду жарить рыбку, которую наловил муж. Смотрите, она хоть и меленькая, но вкусненькая. Она меленькая еще вкуснее, чем крупная. Вот так целиком я жарю, смотрите. Все. А рыбочка какая. Вот. Муж рыболов. Классно, да, вот так вот свежую рыбку пожарить, вкуснятина. Рыбку я пожарила. Вот это у нас на обед такая рыбка. А на завтрак у меня творожок, кофе и бутербродик с сыром. Я на работе. Сейчас клиентка принесла платье, надо посмотреть. Оделись? Платье надо подклад удлинить. Не знаю, чем удлинить, кусочками какими. Тут у меня есть всякие кусочки. Вот. Не знаю, может вот этим сделать. О, совсем короткая. Совсем короткая. Так, сколько сантиметров?
Где-то вот так. Да верхний опустите. Вот этот верхний отпустите, будет видно, да. Слишком не надо? Слишком, да. Где-то 25 сантиметров. Сделаем. Хватит. Вот у меня кусочек здесь есть. Наверное, хватит. Все, снимайте. Понятно уже. А что такое короткое сделали? Это для молодых, наверное, сделали.